Всем привет! По заказу интернет-магазина F-магазин проведу видеообзор колеблющейся блесны Heracles Hive. Данная блесна выпускается в одном весе 2,4 грамма и поставляется вот в такой вот небольшой компактной упаковке. Бренд Heracles имеет итальянские корни, но приманка производится в Китае. Производитель указывает вес блесны 2,4 грамма. Ну и давайте посмотрим, сколько фактически весит данная приманка. Весы нам показывают 2,26 грамма. То есть заявленная масса и фактическая достаточно близки по значениям. Приманка имеет достаточно такую вот классическую форму. Длина блесны составляет 31 мм, а ширина 11 мм. Лицевая сторона у блесны вот такая вот рельефная. Если посмотреть изгиб, то видно, что блесна имеет вот такой вот S-образный изгиб. На подложке указан логотип компании, а также, сейчас будет видно, имеются цифры, указывающие вес блесны. Приманка в верхнем отверстии не имеет заводного кольца. В нижней части блесна оснащена заводным кольцом диаметром 5 мм, а также одинарным крючком. Крючок не имеет бородки, имеет длину 16 мм. Крючок острый, жало у него немного отогнуто в сторону цевья. Данная приманка выпускается в 14 расцветках. Из них две расцветки являются светонакопительными. Это такие расцветки, как Black Glow и Viola Glow. У меня блесна представлена в цвете под названием White Pink. Чаще всего лицевая сторона и подложка у блесны отличаются по цвету. Данная приманка на проводке имеет активную игру. Проводить блесну рекомендую обычной равномерной проводкой. То есть мудрить особо с ней не нужно. Приманка великолепно работает как на водоемах со стоячей водой, также можно использовать и на участках рек с небыстрым течением. Приманка, хоть и создана итальянцами в первую очередь для ловли прудовой форели, также может быть использована для ловли окуня, белого хищника, ну и другой хищной рыбы. Приманка сделана из цветного металла, имеет отличную покраску. Блесна интересная, уловистая, поэтому советую обратить внимание на Heracles Hive. Данную блесну можно приобрести в интернет-магазине F-магазин. Ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!